Добрый день! Сегодня я хочу рассказать про овсяные отруби, которые используются в диете белковой доктора Дюкана. Итак, остановлюсь на некоторых деталях, почему именно я покупаю эти отруби, а не польские или германские или украинские. Для меня это имеет определенное значение. Вес 500 грамм этих отрубей. Стоимость одной упаковки $4.49 вроде. То есть даже по нашим деньгам не так уж и дорого. Но почему я заказываю именно с Америки именно эти отруби? Первое. Смотрим. Лейба официальная дюкановская. Здесь также написано, что доктор Дюкан подтверждает. Смотрим дальше. Здесь написано органические овсяные отруби дополнительно для диеты. Одно из самых главных для меня это вот эта вот лейбочка. Сейчас я ее поближе покажу. USDA Organic. Что это такое и почему для меня оно главное? USDA это сокращенно переводится как Департамент сельского хозяйства Америки. А Organics, слово зеленое, не просто здесь так стоит. С 2002 года в Америке разрешают писать слово Organics только на определенных продуктах, которые соответствуют всем нормам качества. Так как существует в Америке государственная программа по потреблению органических продуктов населением Америки, поэтому все нормы очень жестко контролируются. И просто так фермер или какой-то производитель не имеет права в Америке ставить вот эту лейбл USDA Organic. Вот именно USDA Organic, это значит, что в состав этого продукта входит 95% натуральных компонентов. То есть это можно так сказать, что это как бы знак качества, как было в Советском Союзе. Ну, я так думаю. То есть вот это USDA Organic для меня очень много дает дополнительных преимуществ по сравнению с другими отрубями, которые можно купить в Украине. То, что наши выпускают отруби, я не знаю, где, кто сделал, как сделал. Потому что наша Украина, я считаю, можно нарисовать на упаковке все, что угодно и ни за что не отвечать. Поехали дальше. Так, вот так вот такая вот запечатана. Смотрим, что у нас здесь. Здесь рекомендуется для каждой фазы употребления столовых ложек. 1,5 столовой ложки для атаки. Для круиза 2 столовые ложки. Консолидация тоже 2 столовых ложки. Ну и стабилизация 3 столовых ложки отрубей каждый день. Несколько фактов расписаны здесь. Кто знает английский, сможет прочитать. Мне кажется, такая вот информация. Так, ингредиенты. Органический овсяная отруби. Хранить в прохладном, сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Дистрибьютор, продукт USA. Так, посмотрим эту сторону. Рецепт дюкановских лепешек, как сделать. Небольшая информация. И вот эта вот лейбочка тоже очень-очень-очень полезная для нас. Для, как говорится, дюкановской диеты. Для тех, кто еще не читал книгу доктора Дюкана, навряд ли знают, что это за надписи такие. Какие-то непонятные М2 без B6. Объясняю. В своей книге доктор Дюкан объясняет, что не все овсяные отруби
полезны для здоровья и для диеты его. И совместно с финскими учеными Дюкану удалось определить лечебные свойства котрубей, но они должны быть приготовлены специальным способом. Для приготовления вот таких вот овсяных отрубей используется помол и просеивание. Помол – это процесс измельчения овсяных зерен и формирования отрубных частиц, а просеивание – это процесс отделения отрубных частиц от овсяной муки. И если слишком будет тонкий помол, то отруби могут полностью лишиться полезных качеств. А если будут недостаточно размолоты отрубя, то крупные отруби утрачивают свою клейкость. То же самое можно сказать и про просеивание. Недостаточное просеивание ведет к производству отрубей с высоким содержанием муки. То есть, к чему я веду, что не все отруби от различных производителей будут на 100% полезны вашему организму. Вот это вот, как можно сказать, индекс просеивания и помола. Что это обозначает? Отруби будут максимально полезны для вашего организма, когда они имеют средний размер, а также двойной помол. Это обозначается M2-bis. А также шестикратное пропускание через сито, которое может давать минимальное содержание быстрых углеводов. Шестикратное пропускание через сито обозначается B6. Вот и получается M2-bis, B6. То есть этот индекс соответствует тем рекомендациям, которые использует в своей диете доктор Дюкан. И для своего организма я, получается, употребляю именно те отруби, которые нужны для диеты Дюкана. Я не говорю, что другие отруби плохие или хорошие, но максимальный эффект от них, мне кажется, могут дать только отруби, которые сделаны именно по рекомендациям финских ученых и доктора Дюкана. Возможно, есть и другие отруби, которые тоже придерживаются этой формулы. Поэтому, если вы будете покупать отруби для своей диеты в других местах и у других производителей, поинтересуйтесь, какой у них размер, какой у них помол и сколько раз пропускается через сито сами отруби. Ну и на последней стороне коробочки тоже вот видно рецепт создания муффинов с помощью этих отрубей, а также адрес интернет-магазина shop.dukandiet.com и официальный адрес сайта dukandiet.com. Здесь есть скидочный купон, написано на 25% скидки. Я заходил в этот интернет-магазин, зарегистрировался, но, к сожалению, доставки в Украину официальной на нем нет. Есть Россию, Украину я не нашел там от такой страны, но они вроде как предлагают через посредника Шипито. Есть такой сайт, надо будет платить и посреднику дополнительные проценты, а также еще отдельно платить за доставку, так как они доставляют по Америке за $8, то есть получается надо будет заплатить $8 за то, чтобы они доставили посреднику, потом еще посреднику заплатить для того, чтобы он все это собрал, переупаковал и отправил к нам в Украину, то есть получается удорожание. Я же использую магазин iHerb, можно сказать, его рекламирую также. Там доставка в любую страну мира выходит от 4 до $12 всего лишь. Ну, а если вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, которая находится ниже под этим видео, то при покупке до $40 вам интернет-магазин iHerb подарит $5. Если вы купите товаров
больше $40 или на $40, то получите бонус $10 дополнительно. Эти $10 можно, как говорится, потратить на оплату доставки, и получится, что у вас при первом заказе вы оплатите только за отруби, ну и за другие товары, которые вы там закажете. Там товаров больше 35 тысяч штук, поэтому выбор там огромный. Скоро я выложу еще определенные обзоры этих товаров, которые там продаются, которые мы покупали, продолжаем покупать. Сейчас на данный момент я еще заказываю отрубя и определенные еще продукты тоже оттуда. Вот такие вот отруби специального помола, специального просеивания. Полкило хватает надолго, если его использовать только по 2 ложки в день. Но также мы используем эти овсяные отруби и выпечки. Заходите под мои реферальные ссылочки, которые находятся внизу под видео, или вставляйте код реферальный, скидочный получается, и получаете 5 или $10 в подарок от магазина iHerb. Ну, на данный момент все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, нажмите, пожалуйста, на палец вверх. Лайк, как говорится. Можно также добавить в избранное это видео. Ваши действия мне очень помогут. А также можете сказать спасибо или прокомментировать это видео в комментариях. Для меня это будет иметь большое значение. Подписывайтесь на мой видеоканал и следите за новыми видеосюжетами. До свидания!